Ребят, всем привет, с вами снова Дукит, канал World of Games, и я сегодня снимаю видео для своих подписчиков, и себя для вас, связано с тем, что недавно возникла проблема со входом в Paladins, и как бы, ну, были затруднения небольшие. Я хочу, чтобы, если у вас, у кого-то, вы уже столкнулись, чтобы, как бы, вы уже знали, как можно решить эту проблему. Обычно эта проблема либо неправильный пароль логин, то есть он, по сути, это он у вас есть, вы вводите, но он пишет почему-то, что он не заходит, пишет, что неправильно. Либо это ошибка загрузки лаунчера, ребят. Начнем с того, что я недавно его переустановил в Windows. Может быть, из-за этого еще была причина. Вот, то, что он у меня не запускался. Но давайте сейчас все по порядку. Для начала, чтобы зайти, если вы вводите пароль и логин, у вас пишет, что он, ну, недействительно, либо вы не можете, я вам посоветую сначала зайти через Google аккаунт, то есть не через там ваш прям напрямую, а, допустим, через удаленный доступ. Ну, в принципе, допустим, от Google. То есть заходите с своего аккаунта Google, после чего вводите пароль, логин и... Как бы у меня получалось, что оно заходило после этого. То есть обычно сразу вводишь пароль, логин и заходит, а через Google там заходишь, через сторонний сайт, он почему-то заходит. Не знаю причину, но, ребят, попробуйте. Вторая причина, ребят, это не запускается лаунчер. Вот. А дело в том, что он почему-то автоматически не устанавливается. Я не могу понять почему. То есть я игру установил, я ее запускаю. Ну, раньше, если он устанавливался автоматически, то есть окошко вылазило, он устанавливается, то сейчас почему-то это не получается. Для этого мы нажимаем Paladins, заходим в свойства, заходим в локальные файлы, ребята, извиняюсь, посмотреть локальные файлы и заходим в Webinaries. Так, и вот здесь есть Redist, ребят, заходим, извиняюсь, сюда, и здесь его, вот оно есть, инсталляция, это вот сервис, то есть без него мы не сможем играть, запускать игру, вот я столкнулся с такой причиной. Мы просто его переустанавливаем. Или заходим, если у нас не установлен, устанавливаем с корневой папки. То есть мы установили. Ну, бывало такое, что у меня и это не помогало, и я нашел тоже интересное один, ну, где снимали, ребята показывали, как можно это использовать. То есть, видите, да, у меня здесь стоит, просто у меня 64-битная система, ну, Windows, вот, ставим галочку здесь, если она у вас есть, и вот эту фигню вводим, то есть, тире, USA64. То есть нажимаем применить, и после чего у меня все заработало. То есть реально у меня все заработало, и я начал работать, и, блин, я наконец-то вошел в Paladins. Ребят, для чего я снимаю? Я ни в коем случае не хочу говорить, что я повторяю там за кем-то или еще что-то. Просто я хочу еще раз повторить то, что я снимаю для своих подписчиков, потому что я как бы стримлюсь в Paladins, и многие меня на стримах иногда спрашивают, почему то, что я не могу зайти туда. То есть вот я видео, ребят, снял, я надеюсь, оно вам поможет, ребят, и все-таки вы все сможете играть в эту замечательную игру. Вот, не забываем подписываться, ставить лайки, ребят, и всем до новых встреч, с вами был Дукит, канал World of Games, ребят, всем пока.